В северо-востоке Ирана расположена деревня, возраст которой уже около 700 лет. Она находится возле города Оско. Здесь дома вырублены прямо в скалах гор. Именно этим жилищам уже 700 лет, и они до сих пор заселены местными жителями. Причем очень сложно поверить, что все это было сделано искусственно, настолько причудливые формы у этих необычных жилищ. Впервые здесь обосновались тюркские войска. Это была удобная линия обороны, а так как построить новую крепость обходилось очень недешево, да и толком не из чего, то убежище вырубали прямо в скалах. Сегодня же жители 700 лет деревни любезно и не бесплатно пускают в свои хоромы всех желающих туристов. Могут напоить чаем и даже оставить на ночь. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, и вы сможете узнать о еще более удивительных местах планеты.